Тем временем в Андреевке ведутся работы по благоустройству. Подробности далее. Для администрации зарубинского поселения важной задачей является благоустройство территории и улучшение качества проживания людей в сельской местности. Так, в период подготовки к новому учебному году возле Андреевской школы производился ремонт лестничного марша. Мы на сегодняшний день ремонтируем лестницу, чтобы к 1 сентября дети пошли в Андреевку по отремонтированной лестнице, окашиваем ее прилегающую территорию. Меняют порядка 20 досок, которые со временем прогнили и пришли в негодность. Ремонтируют перила. Также сейчас в Андреевке ведутся работы по ремонту моста вдоль дороги, ведущей к частным домам по улице Заречная. Там идет ремонт моста, укрепляются опоры, восстанавливаются поручни. Поэтому данный мост хозспособом будет восстановлен, будет безопасен как для пешеходов, так и для транспортных средств. Работы по ремонту моста планируется завершить к середине сентября. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.